люди с этим именем очень лояльны, добры и щедры к друзьям и к родственникам. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Иногда эти люди бывают излишне мелочны. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Эти люди любят разнообразие в мелочах, натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Эти люди ответственны и терпеливы. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. Их дом всегда полон друзей и знакомых. Они любят похвастаться своей семьей и достатком. Причем делают это не из высокомерия или желания возвыситься. Просто хотят поделиться своим счастьем с другими. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.